И о том, как проходит в стране второй этап вакцинации от коронавируса в Алма-Аты, к этому времени уже поступило 10 800 доз. Прививки получают медики, которые работают непосредственно с ковидными пациентами. А вот ревакцинация тех, кто первым прошел эту процедуру, продолжается и закончится уже 12 марта. Напомню, вакцинация в крупном мегаполисе началась 1 февраля. Именно тогда поступило 1 750 доз первой партии российского препарата «Спутник Ви». Спустя 22 дня было доставлено такое же количество второго компонента препарата. Теперь в Алма-Аты планируют привить против коронавируса полицейских и учителей. А вот остальных граждан иммунизируют во второй половине года. Первый этап у нас благополучно закончился. Те лица, которые были отстранены по медицинским показаниям, значит, они были привиты после разрешения врачей. Сам отвод в то время мы получили от трех сотрудников. Всемирная организация здравоохранения, значит, рекомендовала, что ставить прививку можно даже тем лицам, кто переболел коронавирусом.